Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники. Продолжаю свой видеодневник по выращиванию огурцов в аквапотах. Сегодня 8 июля 2019 года. Вчера собирали урожай. Сегодня опять гибрид Алфавит F1, так называется. Сорт данного огурца снова радует нас своим урожаем. Кто-то меня спрашивал в комментариях, что а как растут собратья, которые пересажены были в грунт, то есть находятся в парнике. В следующем ролике я как раз про это все дело расскажу. Про раствор у меня сразу же хочу предупредить, как его приготавливать, выйдет отдельный ролик. Потом также подробно мы разберем конструкцию аквапота, потому что хотя роликов у меня было выполнено достаточное количество, кто-то задавал вопрос, а почему вот этот вот огурец пожелтел. Но это, скорее всего, такой сорт, и по питанию ему не хватило калия. То есть я по справочникам смотрел. После того, как я добавил калийную селитру, то есть, как вы видите, вот эти вот листья были до добавления калийной селитры, когда огурец начал набирать зеленую массу, даже дальше уже листья идут у нас нормальные. То есть я добавил калия, и сейчас огурцы чувствуют себя нормально. Переходим к следующему ролику. В следующем ролике как раз будет показано, как растут грунтовые собратья данных огурцов. С вами был канал Дачный Сазон. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!